Всем привет, друзья, это канал Outcast Games. Продолжаем с вами проходить Odd World Apes Odyssey. Тихо. Мне сказали, что здесь нужно портал активировать. Типа камнем ты чуваку ничего не сделаешь. Опа, натуре. Оп, хорош, есть активировать. Снизу нужно было активировать, а не сверху, типа. Ой, тихо, спокойно. Так, тебя можно заарканить? Можно, отлично. Хорош, я в секретку попал. Очередную. Так, что тут? Что тобой можно сделать? Так, туда нельзя, да? Ладно, пойдем сюда посмотрим. Вниз можно? Да, блядь, ты какой кокошон. Да что ты падаешь? Ага, так, спокойно, двое. Двое. Ладно. Надо как-то их убить, да? Блин, как-то нужно их убить, а как их убить, подожди. Чтоб двоих сразу. Эй, отлично, есть. Так, что-то еще есть, можно кого еще убить? А, так вроде никого нет, хорошо. Остались только мудозвоны наши. Зеленые. А ты синий, что ли? Такой же, как и я? Ты же зеленый был. Так, как их надо... Ну-ка, подожди, что у нас здесь? Так, подожди, не понял. Этих надо сюда спустить или куда? Ну-ка, сейчас попробуем. Халло! Фалями! Фалями! Еще фалями! Живой? Живой, окей. Стой здесь. Хорош, так, спокойно. Давай теперь этого. Hello. Да хелё, блин! Hello. Ты дурень, что ли? Почему ты мне хелло не говоришь? Я тебе говорю хелло, ты! Wait. В смысле нет? Wait. Кто мне хелло говорит? Ты что ли, дебил? Hello. Okay. Иди сюда. Okay. Все, стой здесь и не шевелись. Заколебал. Что-то мне этот не арканится, чувак, вот этот вот. Эй! Hello. Спасибо. Okay. Пошли так же. Фалями. Okay. Еще фалями. Okay. Блин, он чуть на бомбу не попал, ты дурак, что ли, совсем? Okay. 4 штуки, смотри. Сразу. Отлично. Спасли мы уже, в принципе, довольно-таки много. Сейчас главное секретки не провтыкивать. Я ж хрен его знает, где они, просто их не видно. Так, хорошо, тут эту закончил. Сохранимся. Смотри, давай не на первый слот, на... Первый слот у нас будет всегда активен под... под первый уровень. Ну, не под первый уровень, а в смысле под того, что с самого начала он будет. Так, а тут я чувака завалил, у меня камни есть? Сейчас, подожди, у меня камни есть? Я проверю просто. Нет, у меня камней. 3 штучки, все. Погнали дальше. Хорошо. Где эти упыри? Зеленые. Так, этих я лучше подожду, скорее всего. Потому что эти, смотри, как она, сука, летает, падла. Она типа летает там, потом резко херак сюда. Так, вот здесь что-то, я помню, секретка была, мне говорят. А, вот тут секретка. Так, а как ее, подожди, активировать эту секретку? Надо как-то мины убить, да, если вот так. Ага. Вот и все, вот и хорошо. Отлично, так, камни я с собой возьму на всякий случай вдруг. Так, что здесь написано? You, ты. Можешь, Кен. Хоистка, чего-то там. Где? И ты. Видишь? Падение. Чё? Последнее слово не понял. Дэринг, что ли? А ты чё камни не берешь? Выкинет этот. Дай мне новые. Вот, спасибо. Короче, в смысле один? Ух ты, падла. Ладно. Ай! Да подпрыгни ты. Так, пошли, значит, в секретку тогда. Ну, а что делать?
Так, секретка, я сохранюсь вот здесь, потому что здесь вот эти вот упыряшки летающие, сучки. Оп, есть, хорош, так, спокойно. Что это за секрет, может быстро сейчас щемать придется. Ой, блин, беги. Бля! Откуда я знал, что здесь мины, вы что, серьезно? Откуда я знал, что там мины, блин? Откуда я знал? Вот объясните мне, пожалуйста, откуда я знал, что там минки? Вот откуда? То есть там надо пробежать быстренько туда, а потом как-то А он может пригибаться, когда бежит? Интересно. Да, блин. Дурак, короче. Подожди, я не пойму, как... А ну-ка. Как пригнуться, бежишь и... Блин, на ходу он не умеет кувыркаться, короче, только надо устанавливаться. Что-то как-то непонятно, ладно. Спокойно. Так, вот-вот. Спокойно, вот-вот. Что здесь теперь сделать? Спокойно, я здесь стою. Так, мне теперь нужно наверх... Труба! Вижу трубу. Блять! Сука. Как это сложно-то, а? Ладно. Так, тут он меня не видит. Хорошо, мне нужно, короче, наверх в темноту. Как-то успеть. А ты выходишь за эту? Да блин, опять я то же самое сделал. Хотел присесть. А он там не приседает, потому что там в этот спуск. Сука. Ладно. Сука. Так, хорошо. В смысле? Ты ж только что... Я только что то же самое все делал, он меня не видел, а теперь он меня увидел. Ты что, серьезно? А почему так? Так, а как же верхнего тогда? Подожди, значит тогда... А как присесть тогда? А, присесть же просто вперед. Не успел. Короче, нужно как-то там сохраниться, чтобы не бегать вот это постоянно в портал, вот эти загрузки. Блин. Он почему он слышит, когда я это? Почему он слышит, когда я цепляюсь руками? Надо, чтобы он пошел до самого края, да? Подожди, вот это вот косяк, он в темноте меня не мог увидеть, в принципе, что я там подцепился руками, он говорит, wait, и стреляет сразу, я в темноте, меня же не видно. Сука, я не пойму, как там надо, как-то, блядь, все не очень получается. Сука. Так, вот, и что теперь? Ага, он тут не попадает, и что теперь? А теперь это... Арканим просто его, да? Стой! А-а-а, попался, все, есть, хорош. Ай, на. Эй, привет. А,
Ай, ай. Все. А подожди, а как этого освободить? А где-то еще кто-то ходит или что? Так, а смотри, этого я освобождаю. А, это у вас тут есть эти. Птички есть, а тут мои птички, да? Хорошо, теперь главное не затупить. Отлично, есть, прошел. Ух ты, сука, как сложно. Тихо, спокойно, птичка! Сука, быстрее, быстрее, вцепись! Да ты дурень, что ли? Она меня чуть не сожрала. Скотобаза. Так, давай на третий слот сохранимся. Так, там кто-то спит. А ну-ка, пошли. Камни у меня есть? Камни у меня один. Ладно, давай поверху пойдем сейчас. Чего тут у нас? Кто-то дрыхнет. Ага. Надо снизу пойти. Подожди, надо снизу пойти. Попробовать минку взорвать. Я не пойму, как он это... Смотри, если я, например, вот так бегу. Нет, он лбом. А если я бегу, например... И он сам садится, да? Нет. То есть надо как-то тормозить, не пойму, когда тормозить. Блять, не пойму, когда тормозить, чтобы он быстренько так влез. Нет, он так не делает. Б! А, ладно, окей. Я что-то думал, она не взорвется. Ладно. Чувака одного вынес. Потихой, потихой. Все делаем потихо. Здесь скрытно, здесь надо все. Оп. Так. Спокойно, один чувак есть. Ить. Так прикольно, знаешь, что такой пошел туда, а ты такой за ним. Тык-тык-тык-тык-тык. Прошел просто и все. Тык-тык-тык-тык-тык. Оп. Вообще класс. Вообще, сука, такая прикольная штука. Почти дома. Почти дома. Я почти дома, мне сказали. Зависла. Отдай камень, слышь? Да что ты не выпрыгиваешь-то? А что камень не дают-то? А, слог... Goes. Boom. Что? Где я? А чё за штука? Ой, она злая, блядь. Ай, там пропасть, что ли? А её не видно, а как? Прикинь, случайно нашел. Тут дай мне камень. Три, вот, спасибо. Я случайно ее нашел или что? Я просто подошел к стене, а он сел и полетел. Ладно. Давай вот так тогда. Мне нужно бомбы, я так понимаю, убрать. Хорошо. Так, подожди, дай сохранюсь. Что за херня это такая? На нее не действует ни хрена. Бежит! Бежит за мной! Ага, сука. А что я тут забыл? Банана. Сожрет. Понял? Сейчас не понял, я получается упал и секретку нашел или что? Там кто-то спит здоровый. Блять, собака спит. Подожди, она спит, хорошо. И чё? Сейчас, если я активирую, скорее всего, она его сожрет. Да-да-да-да-да, даже не то, что его, а меня, блядь. Я так и знал. Я отвечаю, я так и знал.
Я так и знал, что она меня сожрет. То есть не меня, а возможно кого-то. Так, ну тут все вроде, да? Так, а ты такая скотина, я тебе отвечаю просто. Может, тут что еще есть? Блять. А подожди, а как это сделать теперь? А, мне в тот портал нужен. Так... Ой, нет, не в тот. Подожди, мне нужно как-то пробежать, остановиться. Сейчас прям не понял, как. Как мне в портал теперь попасть? Я же если выхожу, он опять... Он активный! Мудак, все! Ты тут и останешься теперь на... Вечно! Хорош, отлично, наебал собачку. Отлично, хорошо. Так, дай мне камни. Мне нужно бомбу эту. И бомбе! Да ты ебомбе что-то не докинул. Да ты куда ты бросаешь, слышь? И бомбушник, ты заколебал, ты нормально. Мама, мы можем бросить все. Можем бросить все нормально. Нормально, можешь бросить, говорю. Сука. Давай я вот так тогда как-то. На. Вот так нормально. Хорош. Так, спокойно, сохраниться нужно. Потому что без сохранения здесь никуда. Так, хорошо. Вроде секретка. И... На него! Ю-ху! Воу! Ю-ху! Я куда-то прилетел. Я просто бежал и прилетел. Это секретка опять. Тихо. Так, спокойно сохранимся. Потому что я не знаю, что там за секретка. Если это секретка. А какого буя? А, у меня вопрос, какого хрена он проснулся, если я просто перед ним был? То есть мне бежать сразу нужно, да? Как вы и сказали, блядь. То есть собаки... Блядь! А это предыдущий чувак, я думал там стены, нет! Ай, бля. Я так понял, собаки трогают только меня, они не трогают мудаконов. Мудозвонов. Там надо наверх быстренько выпрыгнуть как-то. Ага. Теперь надо пойти сюда. А теперь надо включить в порт. Ой, смотри, как четко все работает, да? А теперь мне нужно как-то вернуться назад. Теперь мне нужно, короче, включить, пойти сюда, включить здесь портал. И пойти назад пробежать. Ну, это прикольно сделали, вообще четко. А я тут зайду назад? А, зайду. Здорово, мудик. Пока. Пока, мудак. Ой, опять сюда. Что там у меня по камням? Два штуки. Так, так, не работает. Ну да ладно. Хорош, есть, затащил. Смотри, как секреты летят просто. Четненько. Тут, короче, нужно все углы проверять. Вообще, просто так подошел. К любому углу идет. Так, этот внизу. Дебил. Так, а там же еще один был где-то. Блять, не перепрыгнул, сука. Ладно. Не успел я его перепрыгнуть. Почему у них нельзя зарканить? Воу! Спокойно, вниз. Можно же? Можно же! Смотри, еще один секрет. Тут все? Да, тут пока все. Блин, как прикольно. Мне сейчас уже прям вообще прям вот прям эта серия вот прям клевая. Вот прям в смысле? А что ты меня назад? Зачем ты меня назад портанула? А зачем это? Подожди, а зачем назад-то? Я что-то пропустил или что? Пока. Ты куда ты? Кинь камень. Может быть, чтобы я камни брал?
Так я могу просто сейчас перепрыгнуть. И все. Что тут написано? Смотри, твой шаг. Watch your step, смотри свой шаг. Типа осторожно, иди вперед осторожно, да? Хорошо, я буду осторожным. То есть мне вон туда надо? Так, сейчас заставка пойдет, да? Я не знаю, всех ли я спас, может там я какие-то секреты и пропустил, но я хер его знает. Вы говорите, если что. Я проходил мимо этих слизняков, когда увидел пристранную вещь. Передо мной был холм с лицом моей машины. Затем я упал в... Вот чё степ, блядь, тебе же написано было. И разбил себе голову. Появилось большое лицо. Сказала, что я умер. Да? Оно сказала, что наша земля меняется. Но в прошлом все было сбалансировано. Оно сказала мне, что моя судьба в том, чтобы спасти остальных. Давным-давно термиты и скрабы, которые жили там, были священны. Но это было задолго до того, когда пришли фермеры и сделали из них обеды. А тогда они жили в старых храмах, и клянусь, что они до сих пор гнездятся там. А вот увидеть эти существа — моя задача. Перевод, конечно, прикольный. Так, что-то новенькая территория, новенькая. Ладно. Ну-ка, что это? Опять карта. Так, большая, наверное, опасности ждут того, кто посмелится для мудаконов Триалы предложить что-то там расплата или что-то диспейр. Эндуро, гнезда, создание в уроке для этих сыкунов тесты. Храбрые пойдут в старые, имеют сказать, что только один что-то там с болт какой-то возьмет. Хорошо. Так это я. To access stone, press up. Нахрена это мне нужно было? Ладно, давайте на этом закончим. Вот тут прям. В следующей серии продолжим. Возможно, мы вернемся на предыдущую, потому что я не знаю, может, я там что-то пропустил. Если кто знает, где какие там секреты были, то пишите, может, я что пропустил. И мы вернемся и их сделаем, эти все секреты, и всех мудаконов спасем. Я сейчас не знаю, сколько у меня спасено, потому что нету такой функции, скажем так, посмотреть, сколько у меня их есть. Ну да ладно, в общем. Все, ребятки, всем спасибо за просмотр. Ссылки в описании под видео. Комментируйте. Всем до встречи в следующей серии Oddworld Apes Odyssey на PlayStation 1. Всем пока!